Факты в лицах на канале Тагил ТВ. Приветствуем в студии генерального подрядчика благоустройства и всех дорожных работ в городе, но разве что за исключением двух мостов, директора МУП Тагилдорстрой Игоря Васильева. Здравствуйте. Добрый день. Ну, мосты вы, конечно, не строите, но, однако, и там тоже, по крайней мере, в подрядчиках. Игорь Николаевич, наверное, надо поздравить вас, дорожной организации города, в том, что уже на прошлой неделе, в конце прошлой недели, была сдана первая дорога, которая ремонтировалась в этом году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», это улица Кушинская. Ну вот зам председателя приемной комиссии Николай Новиков сказал, что выполнено покрытие только на хорошо. Неужели не дотянули ваши субподрядчики до оценки отлично? Ну, Николай Викторович, мне кажется, такой он очень строгий, поэтому как бы я, никто от него и не ожидал оценки, как скажем, отлично, поэтому он... Человек опытный, много лет в этой сфере, и как любой специалист, может, наверное, имеет право критиковать. Ну, а вы как генподрядчик по отношению к субподрядчику БТ-сервис, который сдавал дорогу, что скажете? Ну, на самом деле, поручение было у главы города ее отремонтировать до закрытия моста. И, в принципе, ребята молодцы, как бы они сделали практически там незаметно, да, для движения, как бы и сделали к открытию, уже она была в покрытии. То есть там оставалось сделать какие-то тротуары, там съезды. В принципе, что, объект не сильно сложный, но в срок сделали, выполнили поручение. Давайте пробежимся по другим дорогам, которые в этом году делаются в рамках БКАТ. Это у нас Тагилстроевский район, да, Кушинский. Ну, также по Тагилстроевскому району какие там еще дороги? Ну, по Тагилстроевскому улице Индустриальная. То есть достаточно большой объект. Он один из самых финансово емких и денежных. То есть он почти под 190 миллионов рублей. То есть мы его делаем самостоятельно. Сейчас у нас... скажем, идет укладка нижнего слоя, установка бортовых камней, укладка межрельсового пространства плиткой мега. Тоже связано с тем, что мост перекрыт, мы стараемся работать в ночь, ну, для того, чтобы не ограничивать движение именно с фрезерованием, с асфальтированием. То есть, ну, и движемся темпами. В принципе, у нас уже сейчас порядка 60% нижнего, ну, двух нижних слоев, скажем, там есть укрепляющий слой, черный щебень, мы его не оставляем, а сразу же закрываем выравнивающим. То есть, вы еще основание до асфальта, да? Да, да, то есть, там идет основание, укрепление основания из черного щебня и два слоя асфальтобетона, то есть, выравнивающий и верхнее покрытие. Поэтому мы сразу же идем двумя слоями и практически уже где-то около 60% перекрыли этих, ну, скажем, дорожного полотна, поэтому, в принципе, идем тоже в график, ну, скажем, даже с таким сопережением графика, если говорить о деньгах. Вот также в Тагилстроевском районе у нас есть еще один объект, это улица Захарова. Она уже, ну, в высокой степени готовности, и на завтрашний день назначен, ну, подрядчик вызвал, то есть там работает у нас подрядчик, ГК «Стройкомплекс», они уже вызывают комиссию на приемку, то есть объект тоже небольшой, но... В принципе, шустро его тоже быстро сделали. Тоже приемка. Замечательно. Дальше. Ленинский район тогда. Какие дороги в этом году в нем? И там как так, ну, по Ленинскому району у нас тоже в высокой степени готовности. Это улица Декабристов. То есть это участок, соединяющий... Вот мы сколько там закатывали брусчатку по Челюскинцев, да, по Носово асфальтированная дорога. И оставался кусочек, где ходит общественный транспорт. Это по улице Декабристов. То есть там тоже поработали с водопропускными трубами, там пожелания жителей учли, то есть по водоотводу. То есть, в принципе, тоже высокой степени готовности объект. Я думаю, что тоже будет скоро там, в ближайшее время к приемке. Также по Ленинскому району есть улица Ермака. То есть мы сейчас завершается там установка бортового камня, фрезерование, то есть и на выходные планируем укладывать нижний слой покрытия. В принципе, двигаемся в графике, как бы, я думаю, что там, в течение июня мы этот объект будем заканчивать. Там, а и... вот в связи с тем, что мост перекрыт, там поток транспортный увеличен? Мы тоже, да, вот и почему и планируем работы сейчас, вот, например, по асфальтированию, по... Делали, начинали в ночь, но получили, скажем так, и от главы города, что люди пожаловали, что в ночное время мешало кому-то спать, и приняли решение работать в дневное время, но в выходные дни, для того, чтобы, ну, не ограничивать этот поток. Поэтому сейчас там, в принципе, ну, высокая готовность под асфальтирование, и в выходные будем этим заниматься. Также у нас есть объект на территории Ленинского района, это Карла Маркса улица, тоже под, там у нас подработал подрядчик.
Приступил он, даже уже там частично начал укладывать асфальт, но там есть такой момент, что мы совмещенные работы с сетевиками, то есть они должны выполнить замену теплотрассы, и, ну, то есть пока в работе полдороги. Вагон там. Так, и Ленинский район еще у нас есть, это дорога на Серебрянский тракт. Угу. Серебрянский тракт тоже требовал ремонта, эта дорога идет на верхнюю и нижнюю Черемшанку. Угу. Состояние достаточно такое было неудовлетворительное, там и переезды старые закатаны, то есть, ну, скажем, давно не ремонтировалось, требовало ремонта, поэтому тоже сейчас вот там идет укладка асфальтобетона сегодня, то есть тоже, ну, поработаем в графике, будем объект заканчивать. Ну, там без бордюров, да, видимо, участок дороги? Да, там укрепление обочины, ну, не всегда проще без бордюров, то есть есть такие работы, как укрепление обочины, там где-то работа с водопропускными трубами, там тем более проходит речка перед севороткой Нижнюю Черемшанку, там свои есть особенности по укреплению. Вот, ну, есть у нас еще в Дзержинском районе ряд объектов. Если брать дорогу на 25-й квартал, то больше как бы к Дзержинскому району относится. То есть дорога на 25-й квартал, там тоже уже началось и асфальтирование. Это улица Зеленстроевская улица. Тоже там ведутся работы, то есть там сфрезеровано, установлены бортовые камни, уже частично как бы начинается тоже асфальтирование. Улица, также ведутся работы по улице Энтузиастов, по улице Калинина. Ну и такой один из самых больших объектов на Вагонке – это улица Ильича. За качеством работы субподрядчика следите? Ну, мы следим обязательно. То есть помимо там службы заказчика городского хозяйства, конечно, мы и свои. То есть мы также и участники там освидетельствованных скрытых работ. У нас назначен человек приказом. И также во время приемок, то есть тоже обращаем внимание на много, то есть и где-то вызывают нам, где-то мы работаем с авторским надзором, для того, чтобы там какие-то вот, бывают вопросы, все равно у подрядчиков возникают. Ну вот на Ильича начали говорить о том, что это, видимо, одна из тоже сложных улиц, как и индустриальная, там переделывается ливневая канализация. А как там дело обстоят? Ну да, это продолжение этой вот эпопеи, когда была затапливала улицу в районе там, так называемого Яблока, это перекресток с Чайковского. По поручению главы города мы года два назад сделали отрезок в 500 метров, увели воду сначала трубой, потом по существующему рельефу. И это сейчас как логическое завершение, то есть эту трубу она продляется до улицы Ильича, ой, до улицы Зари. И сейчас уже ребята ОБТ-сервис сделали прокол под дорогой, и уже труба пришла в централизованную ливневую канализацию. То есть уже будет отводиться целенаправленно? Целенаправленно, да, уже по городским системам. Параллельно дорожным работам в некоторых местах нарушаются тротуары. И вот жители тагильчане спрашивают, как восстанавливаться будет там полноценно, частично? Это каждый проект индивидуально. Где-то восстановление идет после замены бортового камня, где-то устраиваются новые тротуары. Вот, например, по улице Индустриальной, да, достаточно длинный такой тротуар. И, скажем, там восстановить его просто там какими-то кусочками там не получится, потому что там и высотные отметки, и в принципе, то есть он уже, ну, как скажем, настолько изношен, что надо делать. Тут, конечно, в таких случаях проектировщик предусматривает полную замену. Ну а есть где-то, допустим, совмещенные тротуары, которые в хорошем состоянии, и там сдемонтированы, не разрушены, ну, можно восстановить частично. Это индивидуально по каждому проекту. А где, на каких улицах будете ремонтировать, строить тротуары по муниципальной программе? Ну, у нас сейчас счет бюджета имеется в виду место. У нас сейчас задание есть, получается, тоже поручение главы. Это улица Краснознаменная, это участок Красноармейской от, получается, Зерновой до Некрасова. Ну, то есть тоже это вот мы в прошлом году делали участок по улице Некрасова, и это будет логическим завершением до Красноармейской, потому что, так, по-моему, тоже были обращения, и глава решения принял, поручение нам дал. Ну и есть еще у нас тоже поручение по Липовому тракту, это в районе поликлиники. Но там больше, как скажем, не тротуарная часть, а это больше такая, она и проездная, и пешеходная для в сторону травм, то есть съезд в сторону травмы. Ну и еще один объект, это прям сам
центр города, это улица Ленина от Красноармейской до Первомайской вдоль Красного дома. То есть там тротуар mm-hmm. достаточно разрушен. И то есть вот решение тоже принято сделать его. Восстановить этот тротуар. Восстановить тротуар, да. Ударная стройка, ну, судя по отзывам тех, кто там бывает, за городским дворцом детско-юношеского творчества строится набережная Тегельская Лагуна 2. Какие там сейчас работы идут? Ну, работа кипит полным ходом, то есть у нас достаточно уже большое освоение там, то есть с контрактом 511 миллионов, то есть у нас сейчас уже подходит под 200 выполнения, то есть монолитные работы уже заканчиваются, облицовочные начались, террасы, то есть облицовывается гранитом, гранитной плитой. Также занимаемся подготовкой под площадки, под игровые, перекладкой сетей, ну, уже тоже заканчивается перекладка сетей. Вот буквально сегодня начинаются уже отгрузки первых малых архитектурных форм, то есть это, ну, игровые комплексы. И вот сейчас задача, прямо вот, когда сюда ехали, на понедельник ставили подрядчику для того, чтобы он первую площадку уже отдавал, для того, чтобы там приходит дорогостоящее оборудование, на которое мы оплачивали аванс, то есть чтобы уже устанавливать и как бы эти деньги возвращать. То есть поэтому, в принципе, двигается все полным ходом. Помимо того, что Тагилдорстрой является подрядчиком дорожных ремонтов, благоустройства, еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить, это очистка Черноисточинского пруда. Вы тоже генеральный подрядчик муниципалитета. Вода используется в котловом водоснабжении города с Черноисточинского пруда. Вот на каком этапе там подготовка к основным работам, к самой очистке? Так хотел бы сказать, конечно, что вот настолько это сейчас вот понимаешь, насколько это инженерный объект, насколько сложный объект, и вот в процессе как бы очень много всего узнаешь. И вот сейчас у нас уже, скажем, тоже в такой высокой степени готовности площадка складирования донных отложений. То есть уже завезены геомембраны, геоспан на объект для того, чтобы раскладывать, то есть подстилающую делать непромокаемую. Покрытие для того, чтобы с геотубов вода в грунт не впитывалась. То есть сделаны водоотводные канавы. Сейчас занимаемся отстойником, который будет стекать вода с геотуб. Также у нас в планах на июнь, июль, август это прокладка пульпровода. То есть мы провели процедуру на закупку пластиковой трубы. То есть, ну и начинаем уже, я думаю, к концу месяца уже будем раскладывать ее по всей трассе, то есть и начинать пайку. Это будет отрезок уже где-то 2-2,5 километра, по которой наземный, по которому будет идти вот эта пульпа, это, скажем так, иловые отложения с водой будут подаваться на площадку. Также по гидромеханизации мы все-таки нам удалось как бы найти такое оборудование. То есть его на самом деле, кто способен с этой задачей справиться, их всего два в стране. И вот с одним мы все-таки договорились, уже сейчас заключаем контракт, чтобы уже в этом году, для того, чтобы мы его, ну, как скажем, застолбить на следующий год, уже забронировать на следующий год, чтобы он работал у нас. В принципе, все как бы, ну, как скажем, все вроде двигается. Конечно, я говорю, ну, на самом деле объект сложный, то есть столько нюансов узнаешь, поэтому, то есть, ну, скажем, мне как инженеру тоже для себя даже интересно в это вникнуть и... Ну, какой опыт приобретете потом? Большой в результате этих работ. Благодарю вас о том, как ведется благоустройство и дорожные работы на дорогах города, но и о том, как идет подготовка к очистке Черноисточинского пруда. Мы сегодня говорили с директором муниципального предприятия «Тагилдорстрой» Игорем Васильевым. Всего доброго. Оставайтесь на Тагил-ТВ.